Здравствуйте, видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, номер 752. Найдите значение выражений при различных значениях переменных. Выражение А. А плюс 35. Итак, если А равно минус 50, то А плюс 35 будет равняться... Подставляем места значения минус 50 плюс 35. Сложение чисел с разными знаками перевешивает отрицательное число. Получаем минус. Вычитаем соответствующее натуральное число. 50 минус 35 будет 15. Получаем минус 15. Делаем аналогично остальным. При А равное минус 35 мы получаем выражение минус 35 плюс 35. Сложение двух противоположных чисел, а это равно нулю. При А равном минус 18 мы получаем минус 18 плюс 35. Складываем два числа разного знака, перевешивает положительное число. И вычитаем соответствующее натуральное число. Получаем плюс 17. При А равное нулю получаем 0 плюс 35. Если 0 прибавляем любое число, то получаем это же самое число. То есть получаем 35. При А равное 15 складываем 15 и 35, числа одинакового знака, два положительных числа, получаем плюс 50. И при А равное 35 тоже складываем числа одинакового знака, два положительных числа и получаем плюс 70. И Б. Выражение А плюс Б и плюс 10. При А равном минус 3, Б равном минус 6, выражение А плюс Б и плюс 10 будет равно. Подставляем вместо А минус 3, вместо Б минус 6, прибавить минус 6 и прибавить 10. Минус 3 и минус 6 будет минус 9. Складываем два числа одного знака, получаем отрицательное число и складываем соответствующие натуральные числа. Минус 9 плюс 10, а это уже два числа разного знака, перевешивает положительное число и получаем плюс 1. Аналогично. Следующее значение. При А и Б равном минус 5 мы получаем выражение минус 5 плюс минус 5 и плюс 10. Минус 5 и минус 5 – это будет минус 10 и плюс 10. Сложение чисел разного знака и отличается только знаком. Это сложение двух противоположных чисел – это равно нулю. При А равном нулю и Б равном минус 15 мы получаем 0 плюс минус 15 плюс 10. 0 плюс минус 15 – это будет минус 15. Минус 15 плюс 10 – это будет отрицательное число, перевешивает отрицательное число – минус 5. И при А равном минус 20, Б равном 12 мы получаем минус 20 плюс 12 плюс 10, а это равно. Минус 20 плюс 12 это будет минус 8, минус 8 плюс 10 будет плюс 2. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.